Депутаты-моторовцы проводят плановые системные работы по благоустройству города. Отреагировали на жалобы жителей двора по улице Магистральной. Помощник депутата Виктор Гординский следит за ходом выполнения работ. Рассказывает, депутаты от Моторсечи два раза в месяц проводят прием граждан. От жителей дома по улице Магистральной недавно получили жалобы на то, что во дворе разбиты подходы к подъездам и создает опасность аварийное дерево. Тут же принялись за работу. Благодаря поддержке предприятия Моторсеч, народного депутата Украины, героя Украины Вячеслава Александровича Богуслаева, мы сегодня выполняем эти работы, оказываем помощь жильцам Шевченковского района. Как действующие депутаты, моторовцы, которые всегда откликаются на все просьбы жителей нашего района. На протяжении последних 13 лет депутат Молчанов Михаил Николаевич, моторовец, он ведет системную работу. Сегодня выполняются подготовительные работы, чтобы, как только позволят погодные условия, заменить асфальтное покрытие возле трех подъездов. В работах задействовано около 10 человек. Неподалеку орудуют пилой квалифицированные специалисты. Это не просто сотрудники, а члены команды, которая представляет предприятие на соревнованиях вальщиков леса. Моторовцы неоднократно завоевывали призовые места как на областном, так и на международном уровне, рассказывает работник 20-го цеха. Он говорит, хотя соревнования по валке леса и обрезка аварийной березы отличаются как по сложности, так и по технике, единственное, что остается неизменным в работе, это соблюдение техники безопасности. Сегодня мы выполняем работы по гранированию дерева, которое высохло и нуждается в уходе, потому что сухие ветки могут нанести повреждения мимо проходящим гражданам. Для этого мы его опустим на высоту 3 метра по просьбе жителей дома, которые хотят на нем посадить возле него цветочки, чтобы было красиво. Также в этом дворе работники Моторсечи отремонтировали детскую площадку, а в ближайшее время собираются установить горку и теннисный стол. Мы благодарны Моторсечи, директору, за то, что они укладывают свои силы, возможности, видать, это самое, деньги большие, что благоустраивает наш город. Большое спасибо им. Помощник депутата Михаила Молчанова говорит, стараются, чтобы для местных жителей неизменным оставался принцип «Лучшая опора – депутаты от мотора».